Давайте попробуем вскрыть помело. А то вдруг еще есть люди, которые не видели красный апельсин. Приступим к расчленению. О, розовая мякоть. Я не знала. Интересно, ручками или ручками справимся. Очень какой-то меховой, очень долго снимала мех. Открываем красоту. Ну, слегка розовенький. Я думала, тут же будет красный, как грейпфрут. Нет, розоватенький вот такой вот. Сейчас попробую на вкус. Хоть он и маленький, но видно, что немножко уже не молодой. Уже вылазит из него эти чешуйки. Угу. Он уже такой не молочной спелости. Он уже обычный такой грейпфрут. Немножко грубоватый уже переросток.